Ребятки, всем привет! Очередная посылочка на моем канале, и это мини-насосик. Мини-мини-мини велосипедный насос. Очень интересно, какой он. Скрепёжкой должен быть. Ладно, избавимся от пакета. Вот, в общем, вот такое вот крепление идет на велосипед, либо, я не знаю. Ну, я вообще обычно что-то на проволоку приделываю. Так, тут раз, и тут что-то можно, не знаю, правда, что. А, и тут регулируется степень нажатия, в общем, есть такая крутилочка. Вот только она какая-то тугая. Я не знаю, зачем она, потом разберусь. Ну, есть такое давление. Есть. Я со всей вот силы нажал. Кстати, вот есть прикольная фишка. Все это надо смазать. У меня есть специальная смазка. А не. Фиговенький, фиговенький. Вот тут так намазано. Не знаю, конечно, насколько его хватит. Но много он не накачает. До 3 атмосфер максимум. Зажимаем. Так, оно. Короче, не рабочий. В общем, все. Всем спасибо, пока.